Всем доброе утро. Хочу вам показать, вот видите, какой праздничный домик сиренево-розового цвета покрасили. Вот так. Кто как может, создает себе настроение. Мы пойдем дальше, посмотрим. Вот здесь, конечно, очень много украшений, но они вот сейчас уже спущены. Это нам надо, сычулька. Сычулька, нюхачка. Как-то пройтись вечером, выходной. А выходной обычно я занята. Вечером. Танчи гуляла. Здесь прям целый городок. И все светится. Но сейчас все без воздуха. Сосульки большие. Вот они все, видите, бездыханные лежат. Каждый год они так надувают. О, вот это мне понравился. Почтовый ящик с птичечкой. И даже письмо там. Да. Ту Санта. О, Дедушке Морозу отправляет письмо. Классно. Пошли, Кулема. Она боится. Я думаю, чего она дергается, она боится. Она боится. Видишь, снеговичок какой. Да, маленький, хорошенький. На сапырочка. Ой, а здесь-то на досочке катается снеговичок. Подарки красивые. Мы еще пройдем сюда, да? Красиво. Вот этот домик тоже всегда красиво украшен. Ангелочек. И такие осаночки, видите. Дедушка Мороз тоже сейчас бездыханный. Но к вечеру его надуют. И он такой вот на оленях, в саночках. Красивые старинные саночки еще. И этот фонтанчик журчит. Очень нарядный домик. Огни. Здесь вот блестящие ангелочки, олень, елочка. Аккуратненько все. И такое дерево. Осеннее. Цветущее. Сычуля тут, видите, что изгибается. Понюхать-то ей хочется хвостиком своим. Ой, ну дает. Я обычно ей не разрешаю. Но сегодня снимаю, видите, новогодние украшения. Вот здесь вот эти деревья, конечно, шикарные. Они вот сейчас... Такие у них плоды осенние. Только вот в это время, ну уже осеннее, как декабрь, уже зимние получаются плоды. Красиво смотрится. Здесь каждый дом, смотрю, украшен. Надо вечерочком пробежаться. Здесь вот тоже подарочки стоят с оленями. Видите, как все поблескивает. А тут-то посмотрите. Лиса Алисовна. Оранжевая. А вот я не знаю. Если б кот Базилия, так нет, тоже на лисичку похож. Ой, такие интересные, милые. Тут олени горят. Хорошая улочка, сочулька. Надо нам пробежаться по ней. Вы посмотрите, на какой крутой машине нам привезли крышку. You have to open back. Джакузи. Вау, EPS. Вот это я представляю. Красота. Такая легкая она, что ли. Он что-то один прямо. You gonna go here? No,
Yes, sir. Oh, I hope right side. Look okay. After this 4 months it took them to get it here. What? Yeah, we ordered it right before the hurricane. Oh. And everything was delayed. Yeah, it's fine. Bouncing the whole damn shit, broken her poppins. Guess we did good. Yeah. We were so behind on getting the shit here, and they kept calling me, well, 2 weeks back, or 3 weeks back. Or four. So every 2 weeks or 2 weeks back? Yeah. That's how it was. That's crazy. Yeah, 4 months. Yep. Print sign down the top. Top one's yours. Well, congratulations on your new spot cover. So many people wait tap. Why make video finally tap coming? Well, now you can keep your pool warm. Yeah. In the winter. Or your spa, I mean. Not your pool. Now I gotta clean the damn thing. Oh, it's been sitting there unused. It doesn't have a top. I cut a piece of plastic and put it in. Oh, just, yeah. Cooler, yeah. During Thanksgiving. Gotcha. And then I was like, well. Well, good luck. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Merry Christmas. Where's Sochi? Where you want to put it here? Let me put this in the garage and we'll close the garage and then we can open that door and take it in the back. Okay. Закрываем гараж. Сейчас будем. Сочи, go! Ну вот, джакузи у нас с новой покрышечкой. Все подходит по размеру. Все нормально. Начинаем пользоваться. Намного легче, чем прошлое. Это хорошо. А то была большая эта крышка. Тяжело было. Уря, сочуля! Уря! Сочулик! Не прыгаешь! Она один раз запрыгнула в воду, может, не будет запрыгивать. Отлично, все. Теперь надо чистить бассейн. Видите, что? Не купаемся, забросили, все. Быстро все приходит. Неприглядный вид. Сочи! Ты довольна? Очень быстро. Я думала, будет долгая процедура. Тяжелая крышка, а она легкая. У-ху! Вот и соседи у нас напротив. Видите, елочку со снеговичком. Какие красивые поставили. О-о-о! А мы поскакали опять с сочулькой. Хочу сказать, что сейчас похолодало, но прохладненько так у нас. И вот после урагана народ, который пострадал от урагана, и заодно который просто имел старые крыши под сурдинку, все это дело оформили. И вот теперь я смотрю, уже прохожу мимо, не первый дом, вот меняет крышу. Пока прохладно, потому что, конечно, летом это невыносимо жарко. Молодцы. Вот видите, сколько инструментов всякого. Копошатся. Сочи. Сочи. Нюхачка. Вот здесь еще, видите, одна крыша. Какая-то волнистая. Постукивает. Тут что-то включено у них. Наверное, для электроэнергии, чтобы не тратить у хозяев. Сочуля боится. Стучат. Ох, они какие. Видите, чтобы хозяйство не тратить. Видите, а тут один что-то, компания не очень, видимо, крутая. Приводит крышу в порядок. У нас тоже уже на кране развала крыши, уже старая, 15 лет. Еще и карточку, видите, на $25 дали, потому что он был первый.
you smell the black cherry? They black gave cherry. Me air freshener, black cherries for free. Oh, here. It clean too. Uh-huh. You see here? Yeah, but black here cherry. Clean a little bit for Vinny. Yeah, it is cleaned. Feel how slick that is. It's stained from Sochi, Lubov. Сиденья-то дешевые оказались. Покрывание, такие покрышечки. Ну, чисто-чисто. Все равно волосинки есть, но... It's brand new. Yeah? And the floors are slick again, so you can't get in. Wow. Довольный. Почистил почти еще и бесплатно. I need to clean my car. Next time. It's, we can tell, the, don't touch mirror, that's it. You see here? Вот. Оу! Вот это... Luck. Вот эта птичка мне тут какнула, ничего себе. И наверху какашки, это я под деревом паркуюсь. Это же, говорит, на удачу. Ой, машина-то да. Даниэла, look at how dirty my car. А тем временем я вот тут уже, видите, поперчила, посолила кусочки вот такие свиного мяса. Буду запекать. Порезала лук, квашеную капусту сверху посыплю и в духовочку. А Данилке-то еще кепочку дали. You can take this на работе. Подарок на Крисмас. Довольна. Показываю вам, вот я квашеную капусту, лук. Кто-то любит. How you call this, Daniela, English? Pork chops with sauerkraut. Pork chops with sauerkraut. Sauerkraut. С квашеной капустой. Да, просто и вкусно. Вот это все, видите, теперь будет запекаться квашеная капуста, лук и свининка. Мясо получилось вкусное, аппетитное, запах обалденный от квашеной капусты. Уже два кусочка Данилка навернул. Только шум стоит и пар идет. Вот, Дэниел тут наряжает елочку. Вот получил еще два пакета с игрушками. Сейчас будет открывать. See, I got two on my tree already. Два шарика уже повесил. Open, see what's inside. They're presents. Let's open. Which one you want me to open? The yellow one or the orange? Yellow. One? Yellow. Та-да! I got another Christmas decoration. На елке наряжаем шарик. I go to decorate my tree now. А тут танк у него стоит. Yeah. See, I can put decorations on my tree. Only two? Okay. Use the left mouse button to drag and drop decorations on. Okay. Okay. Where do you want me to put it? Oh. Тут карта, чтобы ближе это было. Ну, ты посмотри. Вот так елку наряжаем сейчас. Сейчас все, наверное, так наряжают. What's in the box? Ooh. I got a special present. It's a crate. Вот так вот. Open the crate. Ta-da! You receive! Что ты там выиграл? I can buy a tank cheap. And I got a special Christmas ribbon. All right. Yay! Put it. Back to decorating. Okay, open up the other box. Ta-da! Ba-doom! Yay! Decorate the tree. Oh, I guess there's no decoration for that tree. Для... Вот, for tank? Yeah. Танк теперь наряжает. Береза, что ли? See, gives me decorations on the tank. Oh. Yeah. А там салют. Тан-тан-тан. Я, честно говоря, видите, кому что, я не играю в игры. А вот Дэйна вот так развлекается. All done? Yep, see, Vinny's playing. All right. Тан-тан-тан. Wasn't that exciting? Yeah. What it is they give you special bonuses to buy tanks. They want you to spend money on tanks. Сочуля-то, в уголочке, скромняшка.
Чего ты? Валяешься тут.